Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите новости на канале Инста-ТВ. Федеральное статистическое ведомство Германии второй месяц подряд фиксирует ускорение инфляции в крупнейшей экономике Европы. В июне рост потребительских цен оказался положительным и составил 0,1%. Таким образом, годовому значению удалось достигнуть своего максимума за последние полгода, а именно 1,8%. Приблизиться к целевому значению инфляции, установленному Европейским центральным банком на уровне в 2%, удалось благодаря росту цен на продукты питания, составившему 5,4%, и на нефть. Также следует отметить, что на рост потребительских цен повлияло повышение на 3% тарифов на электроэнергию на фоне подписания правительством протокола об отказе от использования ядерной энергии и постепенном сокращении использования углеводородов. Участников рынка такие данные порадовали. Именно так можно охарактеризовать увеличение спроса на единую европейскую валюту. В паре с американским долларом евро удалось отыграть 50 пунктов, поднявшись к отметке в $1.28.3 США. Состояние экономики Германии – это один из наиважнейших опережающих сигналов к будущим изменениям во всей зоне обращения евро. Все страны валютного блока традиционно ориентированы на показатели немецкой экономики. А значит, вполне вероятно, что инфляционное давление, наблюдаемое в последнее время в регионе, скоро ослабится. Вы смотрели новости на канале Инста-ТВ. Всего вам доброго и удачной торговли. До свидания.